Всем привет! Меня зовут Ксения. Вы на моем канале «Шьем и вяжем». Сегодня для вас у меня обзор вот такой вот толстой объемной пряжи. Ее я себе заказывала с сайта AliExpress. Пряжа приехала очень быстро. Я так считаю, что это быстро. 2 недели она была в пути, ровно 2 недели. Посылка полностью отслеживалась на протяжении всей доставки, что очень было даже удобно и приятно. К сожалению, этикетки на данной пряже нет, но продавец указал, что в состав данной пряжи входит фибра и хлопок. Я так думаю, что фибра — это вот основной вот этот марсистый материал, из которого данная пряжа и состоит. А хлопок — это, наверное, основная нить, в которую он вплетен или ввязан. Каким образом она произведена, я, конечно, не знаю. Я немножко раздвигала вот эти нити, и там внутри хорошо видно вязаную косичку. Видимо, в нее и вплетаются вот эти вот ворсиночки. Местами их видно, вот эти нити. И можно разглядеть, где ворсинки примялись. В общем-то, они из этой нити не вылазят. Ну, конечно, если прям сильно потянуть, то можно вытянуть. Но так, при контакте с пряжей, то есть вот я ее трогаю, нити не вылазят. То есть пряжа не сыпется. В одном мотке продавец указывает вес 95 грамм. Я взвешила все 4 мотка. У меня один моток получился 94, и 3 мотка ровно по 100 грамм. Цвет у меня сиреневый. Выбор на сайте цветов довольно-таки большой. Точно сколько штук я вам не скажу, не считала, но где-то 15 или даже до 20 штук цветов есть. То есть выбор есть, и можно выбрать на свой вкус. Заказ пряжи идет от 2 мотков и более. То есть один моток заказать вы не можете. Если вы заказываете больше 4 мотков, то там у них уже действуют какие-то специальные условия, как для оптовой продажи. Но условия я тоже не смотрела, потому что я заказала всего 4 мотка. И думаю, что я еще буду там заказывать. Из этой пряжи вяжут детские вещи, то есть различную одежду, пледы и игрушки. Смотрятся они очень мило и тепло, потому что получаются изделия объемные такие и очень приятные на ощупь, нежные. То есть пряжа не травмирует детскую кожу. И еще, кстати, производитель указывает, что пряжа гипоаллергенная, что очень даже хорошо для маленьких детей. Я из этой пряжи буду вязать плед. И так как пряжа толстая, я измеряла ширину ниточки, она примерно 8 миллиметров. К сожалению, метраж мотка я сказать не могу, потому что у продавца он не указан. Я купила толстые спицы, чтобы вязать из нее. Пробовала вязать из 4, полотно получается очень плотным. Если вам нравится плотная вязка, вы хотите, чтобы изделие было не объемное, а достаточно плотное, то можно взять и спицы потоньше. Ну вот, например, 4 или 5. Я купила 7, в магазине просто больше не было. Ну, думаю, что будет их достаточно. Ссылочку на магазин, в котором я покупала эту пряжу, я вам оставлю в описании под видео. У них очень часто проходят распродажи пряжи этой. Я сама ее тоже покупала на распродаже. У меня получилось за 2 моточка 309 рублей. Без распродажи, по-моему, она стоит 400 рублей. То есть один моток 200 будет рублей без распродажи. По распродаже у меня получилось где-то 154 рубля. Но, как вы понимаете, цены периодически меняются. И какими они будут через месяц и через два, я сказать не могу. Поэтому вы заходите по ссылке, смотрите сами, следите за распродажами и выбирайте для себя удобный момент. И покупайте. Доставка этой пряжи бесплатно. То есть получается, что окончательная цена сразу указана уже в магазине. Ну вот, в общем-то, и все. Пряжа мне понравилась. Буду вязать из нее плед, так что ждите, скоро на моем канале будет новое видео по детскому пледу. Не знаю, хватит мне или нет 4 мотка, и на всякий случай, пока там сейчас идет акция, я закажу себе еще парочку. Всем спасибо за внимание, надеюсь, что пряжа вам понравилась. И пока-пока, увидимся в новых обзорах.